Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша Зверь. Сегодня это мое первое видео, ребят, так что не судите строго. В комментах напишите, как я хорошо начал или плохо. Да, как вы видите, я иду по моей школе, ну, которая раньше была, я сейчас из нее вышел. Что, как вы видите, какая она мрачная. Очень сильно, ребят. Видите, она как будто заброшенная. Если бы она была заброшенная, то я бы, конечно, снимал бы внутри школы. А так она не заброшенная. Стекла, как видите, все деревянные, поэтому выглядит как заброшенные. Там вообще окна заколочены. Ладно, идемте. Это у нас котельная старая. Помню, мы в ней в Сиф играли когда-то. Сейчас, может, там тоже играют, но не именно сейчас. А в это время... Но я там сейчас точно не играю, поэтому не знаю даже. Да, помню, я как тут учился, ребят. Знаете, было когда скучно, когда... Когда я перешел в новую школу, это будет следующее видео, ну или после следующего видео. Я не знаю, когда это будет, но когда-то я сниму свою школу, в которой я сейчас учусь. Тут сейчас очень мрачно, как будто заброшенное все, как в Чернобыле. О, ребят, вы, наверное, это не видите, но сейчас пролетел майский жук. Да, жуки, которые в мае или в начале мая вылетают, но сейчас уже 30 число. Поэтому, ну, вот они и полетели. Да. Ладно, ребят, я не знаю, куда пойти и что вам рассказать. Это видео, может быть, не очень будет интересно, но следующее видео я буду снимать с друзьями, и я обещаю, что она будет намного интереснее, чем это. Но это видео, может быть, будет идти минуты 3-4, но не знаю, что такое будет в этом видео. Смотря по случаю. Ладно, пошлите. Хотя, пошлите вон туда. Я, когда буду... снимать это видео, я буду ее пересматривать несколько раз. Потому что тут все время бегают какие-то собаки, ну мало ли, знаете, может, духи какие-нибудь будут. Кто знает. Я буду их несколько раз пересматривать. Ну и... Ну, вы поняли, ребят. И буду я их как бы выделять, что там было, что нет. Конечно, я только начинающий ютубер. И не знаю, что будет в будущем. Буду я знаменитым или вообще перестану снимать. Может быть, это будет мое единственное видео. Но кто знает. Ладно. Я, как вы вот сейчас узнаете, играю в игру Minecraft, Warface и так далее. Robocraft. Ладно. И я вот, некоторые вы, или большая часть из вас, могут знать Фроста. Вот, я, конечно, не хочу стать, но вот как... Он, я имею в виду, личность. А, именно вот, как называется, популярность его. Популярный как Фрост, поэтому, ну, как-то так. Не знаете, Фрост, Ложка, Бендер, что-то типа Ярик Лав, что-то типа вот этих ютуберов, я хочу стать такой же знаменитостью, как они. Так что у меня камера... Плохо снимает-то, наверное. Ладно, камера должна лучше, конечно, снимать, но... Ладно, что камера на телефоне, но обычно эта камера на телефоне у меня очень прикольная. Но видать только со съемкой на камеру. На фотокамеру, а на видеокамеру, мне кажется, не очень хорошая. Ну, вот так вот как-то. Ладно, не знаю, куда податься, куда идти. Ой, кошка ходит, я... Обосрался, если честно. Вы как можете видеть, я... Давайте я подойду ближе, если она не убежит. Кошечка, кс-кс-кс. Сюда иди. Здесь меня хорошо слышно, потому что я еще не испытывал эту камеру. Вот эти кошка. Блин, тут сейчас, ребят, так страшно, знаете, одному ходить, мало ли, может, какой-нибудь... Маньяк нападет или не знаю. Ну кто? Ну, раньше все вроде никаких поставил, вот этого вот ничего не было.
А вон я вижу майского жука. Если вы, может быть, его тоже видите, я не знаю. Нет, вроде не видите, но ладно уж. Ничего страшного. Он туда я не пойду, потому что там вообще могут быть какие-нибудь бомжи. Ой, как видите, майский жук летает. Вы вот. Вот он. Его, может быть, видите, а может быть и нет. Я не знаю. Но вроде когда вот сюда вот светил, он вот тут летал где-то. Да, вы скажете, ой, школьник опять снимает видео. Да, я школьник, я согласен, но просто понимаете, ребят, я не хочу ждать. Да, я не хочу ждать. Потому что такого, как после того, как я вырасту и буду как бы не школьником, вы меня будете называть, кем-то другим, не знаю, кем вы меня будете называть, это пройдет очень большой промежуток времени пройдет. Ну, я, конечно, не малолетка, которым 8-9 лет, которые снимают видео на YouTube. Но мне 13 лет. Ну, понимаете, можно. Я не знаю, скольки лет на YouTube снимать. Я бы тут грызли, блин. Сейчас скажите, что... На, не. Откусили, кинули. Ладно, ребят. Кто хочет, чтобы я как бы в будущем был как-то... Не знаю, хоть бы чуть-чуть знаменитый ютубер, то, пожалуйста, поставьте лайк и пожелайте мне удачи. И если вы хотите тоже видео снимать, то я вам тоже пожелаю удачи, ребят. Очень счастья хочу вам пожелать. И всего самого наилучшего. Как на праздник, на день рождения. Но все равно. Хочу вам пожелать удачи. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь и все такое. Ладно, пока. Следующее видео, может быть, буду снимать прямо сейчас. Даже не знаю, ребят. Ладно, пока.